Вы знаете, вот это инициатива депутатов из фракции «Справедливая Россия». Вот, и если им, депутатам из «Справедливой России», нечем заняться, как предлагать закон о продаже красивых номеров, то это говорит о состоятельности этой партии. Если бы они думали о том, что происходит в стране, и какие проблемы нужно решать в первую очередь, какие во вторую, я думаю, они занялись бы вот этими проблемами. Я думаю, что это чистый популизм, желание отдельных депутатов из партии «Справедливая Россия» набрать себе голосов избирателей и ничего больше.